Всем привет, друзья. Представляю вам упражнение, которое будет 16 апреля на соревнованиях ОФРП Герклеон. Историческая справка этого упражнения: в конце 30-х годов Зимон Кляйн в американском журнале Strength and Health опубликовал следующую заметку, что в США найдется, едва ли найдется, дюжина атлетов, которые смогут повторить это упражнение по его правилам. Выглядит это упражнение следующим образом. Гантели были 34 килограмма, соответственно, я, конечно, не Зигмунд Кляйн, и сделаю это упражнение с меньшим весом, попробую сделать. Вот. Гантели — исходное положение параллельно друг другу и рядом с вашими ступнями. Вот. Вы берете одним непрерывным движением в стойку, но так, чтобы гантели оказались в положении плеч параллельно полу. После этого положения будет команда «жать», вы выжимаете их. Последует команда «счет», значит, повторение защиты, то есть фиксация обязательно. После этого вы опускаете гантели и в касание от пола поднимаете опять в положение плечи параллельно полу. Ждете команду «жать», «счет» и опять. И так далее, так далее, так далее. Оп, не за счет. Всем удачи, хороших вам рекордов. Важный момент. Упражнение с весом 34 килограмма гантели, и нужно сделать минимум 10 повторений.